Только что обстреляли Харьков. Жил массив Салтовский. Огромный жилой массив, спальный район, который накрыли просто градами. Это про то, что потерпите, мирное население не пострадает. Только военные объекты, демилитаризация, нацификация, что и остальное, короче, бред. Прошлое видео я почитал комментарии. Это было ужасно. Я специально не удалял ни одного комментария, не закрывал комментарии. Постоянно задают один и тот же вопрос, как по методичке. 8 лет, 8 лет Донбасса, где вы были 8 лет Донбасса? Да, 8 лет Донбасса. Я очень переживал за Донбасс. Очень. Давайте вспомним, с чего это началось. С захвата Славянска. Кто захватил Славянск? А захватил Славянск Гиркин, он же Стрелков, полковник российского СБУ со своими отрядами. Пусковой крючок войны нажал я. У меня даже нет желания что-то объяснять и вступать в полемику с этими людьми. Уже больше 500 человек отписалось от моего канала. Я этому чрезвычайно рад. Чрезвычайно. Я их не рад видеть на своем канале. И все, кто думает так же, как они, прошу удалиться с моего канала. Россия стала страной-изгоем. Скоро вы сполна ощутите все прелести изоляции. Остальные... Ребята, спасибо вам огромное за поддержку. Мне пишут и звонят со всех концов практически земли. С Америки, с Грузии, с Латвии, Литвы, Ирландии, Казахстана, Молдовы. Все люди, которые понимают, что происходит, что война это зло, что нельзя этого допускать. Под видео я оставлю ссылку универсального мультивалютного счета помощи Украине. Пожалуйста, кто имеет возможность, кто хотел, кто мне предлагал перевести деньги, пожалуйста, пополняйте этот счет, скидывайте туда свои средства. Это будет огромная помощь Украине. Мы будем благодарны любой помощи в борьбе за нашу свободу. Да и за свободу всего мира. Потому что мы стоим щитом, защищая весь мир от этой обезьяны с ядерной дубинкой. А всем, кто не разделяет мою точку мнения и боль Украины, я ставлю замечательную песню. Российский военный корабль. Иди нахуй. Кто-то, конечно, хороший, но он не готов. Здесь в автозак, а кому и Голгофа не плохо. Разница в принципе, только 5 слов. Русский военный корабль, иди нахуй. Голос из трубки спокоен, прерывист и глух. Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха. Дочка сегодня заснула в метро на полу. Русский военный корабль, иди нахуй. Если действительно хочешь для нашей земли что-то хорошее, вон огород перепахан. Зерна в карман положи, чтоб они проросли. Русский военный корабль, иди нахуй. Здесь возле арты чечен, белорус и казах. Тут верят в Будду и Ктулху, Христа и Аллаха. Новые фрески распишем на новых церквях. Русский военный корабль, иди нахуй. Этой империи нужен и Киев, и Крым. Может быть, я никогда не дождусь ее краха. Но будь уверен, мой правнук при встрече с твоим скажет, ты русский? Окей, иди нахуй. Я русский корабль, повторяю. Предлагаю, мы там уже, но это... Давайте, по-моему, не пойдем. Как будет?